Ну что ж, вот и подошла к концу 8-летняя история онлайн-проекта «Против течения». Это были поистине крутые 5 сезонов, за время которых мы пытались прыгнуть выше собственной головы. И мне кажется, что у нас получилось. Вот кто бы мог подумать в уже далеком 2013 году, что из простой 10-минутной игры мы дойдем и до дуэлей, и до командного режима на 100 вопросов, и до спецвыпуска на английском языке, и даже до живых съемок. Причем не просто в павильоне, а в виртуальной студии. Вот немного впечатляющей статистики. Просмотр всех 100 эпизодов, которые выходили за эти 8 лет, займет у вас более 38 часов. За все время в игре приняло участие 118 игроков, а над проектом трудились 25 человек. Мы вдвоем, а также 9 приглашенных ведущих вместе задали 3702 вопроса. За всю историю игры мы услышали 12370 неправильных ответов. 1054 раза игроки откатывались на старт, и еще 36 ответов не было засчитано. А когда игрокам задавался новый вопрос, в 72% случаев они называли неправильный ответ. До финального этапа так и не дошли 32 игрока. Но тем, кому посчастливилось сыграть на деньги, смогли победить только 37 человек. В целом добраться до заветного финиша удавалось в 38% случаев, а досадную ошибку на последнем вопросе допускали 31 раз. По этим и другим причинам нам пришлось запикать 19 матерных слов. За 8 лет у нас было выиграно более 22 тысяч рублей, а на создание проектов было произведено более 6 терабайтов информации. Здесь мы, конечно, не можем не признать полное и безоговорочное признание нашей игры форумом GameShows.ru. 3 года подряд мы лучший игровой онлайн-проект. А 2021 год доказал и еще докажет, что мы достойны и 4-й премии GameShows Awards. За нами следят не только в русскоязычном пространстве, но и за рубежом. Проект высоко оценили как из-за серьезный подход к делу, которому могут позавидовать даже на телевидении, так и за активную поддержку благотворительных фондов. Уже с самого начала 4-го онлайн-сезона мы не принимали заявки на участие, потому что все места уже были разобраны. И нам правда очень жаль тех, кто по разным причинам не смог попасть на игру, кто проиграл в дуэлях и кому до победы не хватало буквально несколько шажочков. Но! Несмотря на то, что мы закрываем проект в данной конфигурации, вы сможете сыграть в «Против течения». Вы можете быть любого возраста, вам не обязательно иметь микрофон, и вам больше не придется мучительно ждать своей очереди. И самое главное, вы сможете сыграть с кем угодно, когда угодно и сколько угодно раз. Потому что мы готовы сообщить просто сногсшибательную новость. И тут должна быть эпичная заставка What If. Игровое сообщество What If вновь повышает планку, и мы готовы анонсировать видеоигру «Против течения». Вас ждет огромное количество режимов, одиночная и мультиплеерная игра, дуэли и командные состязания, матчмейкинг и товарищеские игры, регулярные турниры, опыт, рейтинг, ачивки, возможность модифицировать игру как вам захочется и еще полно фишек. В скором времени мы объявим бета-тест, участниками которого станут патроны 5 уровня. Подписку можно оформить по ссылке на экране, а также в описании под видео. А пока что каждый из вас может стать автором и прислать свой вопрос на игру. С этого момента мы открываем единую форму для приема авторских вопросов. Если во время игры выпадет ваш вопрос, вы обязательно окажетесь в титрах. Но и это еще не все. Но за все 100 эпизодов мы так и не дождались игрока, который смог бы выиграть джекпот. Несколько человек были крайне близки к этой почетной отметке, но дойти до заветного финиша за 2,5 минуты так никто и не смог. И мы это просто так не оставим. Через несколько месяцев мы гарантированно разыграем джекпот 2000 рублей. Его гарантированно заберет один из вас. Это будет не конкурс репостов, а полноценная игра в прямом эфире, в результате которой мы выявим сильнейшего. Принять участие и сразиться за джекпот сможет любой желающий. И это будет поистине королевская битва. И сейчас мы не шутим. Это будет игра против течения в формате Battle Royale. Всех правил этой игровой схемы мы пока что раскрывать не будем. Но вам явно придется отвечать неправильно на целую гору вопросов. Ведь мы будем играть до тех пор, пока не останется только один. Попасть на королевскую битву сможет каждый, у кого есть страничка ВКонтакте.
Однако, чтобы претендовать на денежный выигрыш, вам нужно сделать одно маленькое действие. Перейдите по этой ссылке и сделайте донат на символическую сумму в 21 рубль. В тексте доната укажите свой профиль ВКонтакте. Именно через него будет выдаваться доступ к игре. Но есть несколько человек, которых мы не можем не пригласить лично, ведь они показали наиболее яркую игру. Вот список самых лучших игроков по нашему скромному мнению. Если вы нашли себя, поздравляю! Вам гарантировано бесплатное участие в королевской битве. И мы очень надеемся, что вы тоже придете на игру. А если у вас не получится, у нас в запасе есть еще 15 человек. И если кто-нибудь из нашего топ-21 не сможет сыграть, мы предоставим бесплатное игровое место следующим по списку. Итак, подведем итоги. После 100 выпусков мы завершаем игру против течения в данной конфигурации. Но вместо этого вас ждет видеоигра и батл-рояль в прямом эфире. Ну а пока мы ждем ваши вопросы и настоятельно рекомендуем оставаться с WTF, ведь у нас еще полно викторин. Более того, вас ждут новые проекты и новые сезоны понравившихся вам игр. У вас будет достаточно времени, чтобы переварить эту информацию. Ну а пока на сегодня все. Спасибо, что вы были с нами эти 8 лет. Но, как говорится, впереди еще полно интересностей. Увидимся очень скоро. Пока!